Волонтеры Победы провели для студентов ульяновских СУЗов военно-патриотический квест. Мероприятие прошло в Парке Дружбы Народов. Игровая форма под названием «Квест» очень востребована среди ульяновской молодежи. На этот раз игра была посвящена тактическим действиям советской армии в августе-сентябре 1945 года на Дальнем Востоке. Эти квесты основаны на реальных событиях, на воспоминаниях ветеранов. Ребятам рассказывается историческая подводка, и все это в таком интересном интерактивном формате для того, чтобы у них это запомнилось и отложилось в голове. Мы уже не первый год проводим такие квесты на различную тематику, к различным датам, собственно, как к Великой Отечественной, так и к современным достижениям России. В этот раз пришли поучаствовать в состязании 6 команд. Ребята увлеченно перебегали от пункта к пункту, выполняли задания, отвечали на вопросы, решали логические задачки. Каждый мог поставить себя на место адмирала флота или командующего фронтом. Очень интересно. Вот мы с ребятами были не сплоченные, потому что мы из одного колледжа, а не из другого, и нас это сплотило. И очень интересно, мы узнали много фактов про войну, которых не знали. В конце мероприятия всем участникам вручили памятные значки и муаровые ленты. Дальневосточный эквивалент георгиевской ленты. Павел Половов, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ.